был мир, обыкновенный мир, были люди. Появилась матрица 1, знакомство с новым собой, ты стал новым, и все вокруг изменилось. Матрица 2 – это вообще другое. Это просто совсем другое. Барон, помаши рукой мне, гуру. Я приехал сюда с большим списком личных качеств, которыми нужно развить, там, прокачать, проработать. Я ехал с запросом «я хочу новую жизнь». И не просто потому, что пта была плохой, нет, абсолютно нет. Я хочу новых свершений, я хочу новых горизонтов, я хочу достигать всех тех, кажется, абсолютно невозможных целей, которые я перед собой поставил. Основное, зачем, в принципе, я ехал, это родовые ограничения. То есть, в принципе, все есть. Ты просто сидишь и не делаешь. То есть, это тянется из каких-то, ну, у кого-то ближе, у кого-то дальше, да, с глубины веков. Матрица 2 моя началась очень сложно, потому что те процессы, которые проходили до нее, они не были понятны, что это происходит. Было непросто и в финансовом плане. Это было страшно, потому что ты не знаешь, что будет дальше. И это еще больше интриговало, поскольку желание разобраться в себе превосходило все свои желания и ожидания. И разрешить себе жить той жизнью, о котором мы мечтаем, для того, чтобы быть счастливым. Моя «Матрица 2» началась тогда, когда Лена меня сюда пригласила. Я тогда не поверила, думаю, как? Мне казалось, что сюда должны попасть какие-то особенные люди. Ну, неужели я какая-то особенная или, ну, как минимум, могу претендовать на эту позицию? И тогда все началось. Ты дергаешься по каждой мелочи, куда-то бежишь. Даже не для себя, а для там кого-то. Наверное, нельзя сказать, что ты управляешь своей жизнью. Сейчас такое появилось чувство, что закончился первый этап, единственный, наверное, в моей жизни, и началась сама жизнь. Я знала, что здесь будет круто. Насколько круто, я не знала. Благосостояние растет! Богатство всем, всему роду, процветание, благосостояние. Ага. Самого хорошего, наилучшим и наивысшим образом. К чему мы обращаем, вообще человек обращает внимание, в отличие от зверя, так много фокуса внимания тратит на проблемы. Очень интересно прикоснуться к другой культуре, к другому мировоззрению, да, открыть что-то для себя новое, потому что отношение балийцев ко времени, наверное, самое яркое мое впечатление. Они никуда не спешат, они наслаждаются тем, что сейчас происходит. У меня давно была мечтана съездить на Бали. Очень интересная страна. Помимо того, что мы занимались много, да, мы еще и познакомились с культурой Бали. Мы и танцевали, и рисовали, и посещали разные интересные спектакли. Ну, незабываемое впечатление. Бали великолепен, только мы успели насладиться немножко этой красотой, но она невероятная. Сюда хочется вернуться, 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 вернуться. На первой матрице ты будто бы расчищаешь свое поле для того, чтобы закладывать фундамент. А на матрице 2 ты не только закладываешь такой фундаментальный фундамент, если можно так выразиться, но и начинаешь строить башню куда-то там вверх, куда только пожелаешь. Эти знания, учимся их правильно применять. И не только правильно применять себе, но и помогать людям. Можно себя увидеть другим, абсолютно другим. Это волшебство, и чувствуешь себя просто волшебницей своей жизни. Ты сама
дальше придумываешь ту историю, которая у тебя будет. Как жизнь сделать наполненной, как жизнь сделать счастливой, как убрать действительно ограничения, которые на самом деле у нас просто в голове в виде мыслеформ, холоданов, и ты не знаешь, как с ними бороться. Не просто вот, что приехал на тренинг, потренировался и до свидания. Появляются люди, с которыми мы дальше идем по жизни. Это было после первой матрицы. После второй матрицы, я думаю, что это еще усилится. Это как фантастический фильм, который не ты создаешь, не ты придумываешь, а идет откуда-то извне в тебя. Ты его проживаешь, ты его прорабатываешь и испытываешь такое облегчение после того, что ты сделал. И понимаешь, что да, твоя миссия выполнена та, с которой ты пришел в этот мир. Это количество денег. На фоне да, миллион. Это видео, да. Миллион. Как себя чувствуешь миллионером? О, супер. Я считаю, что я отлично поработала. Было очень интересно, было очень познавательно. Было необыкновенно. Время пролетело мгновенно. Основной человек, который действительно дал толчок, это Елена. Хочется, конечно, поблагодарить ее за сверхтерпение колоссальное, потому что мы все очень разные, восприятие идет у людей разное, по-разному все понимают. И как-то Лена так это все так обходила здорово. Лене большое спасибо. И всем ребятам. Было круто. Вся матрица – это самые яркие впечатления, да? Тренерская работа, да, Лены Шугалей, профессиональная – это океан. Когда он бывает спокойный, да, можно в нем покупаться. Творчество, к которому мы здесь тоже все приобщились, это и танцы, которые мы сами, получается, учили, и маски. Маски – это вообще здорово, когда ты решишь эту маску, да, она такая неказистая, плохая, какая-то страшненькая. А в итоге получается такое чудо, что и так в жизни у нас. Мы ее что-то делаем, сначала корявенько, плохонько, а потом в итоге произведение искусства получается. А матрица 2 – это матрица мастерства, как сказала Лена. Когда ты начинаешь становиться создателем своего мира. Вот эта фраза «невозможное возможно», она претворяет все, что ты хотел, боялся, может быть, даже не знал где-то. Ничто тебе не мешает. А если мешает, ты можешь с этим справиться, либо это убрать. Абсолютно не отвлекались от процесса, мы были постоянно в него включены. Даже ночью, можно сказать, мы постоянно работали. 24 часа нон-стоп психологической и метафизической, и вообще физической, да, проработки, чтобы ваши мечты, ваши планы, ваши цели просто впитались в вашу кровь. Я стала более спокойней, более рассудительней. Я нашел тот единственный момент, который меня на самом деле ограничивает. Я уезжаю с таким вот наполненным чувством, что вот, ну, с новыми силами я, значит, берусь за следующие проекты. Это видео. Очень рад за тех участников, которые впервые поедут на «Матрицу 1», на «Матрицу 2». На самом деле очень много открытий и успехов. Если вы приняли решение, не отступайте, пожалуйста, потому что это стоит того. Это нужно, это важно, это ценно, это вы новый. Чтобы что-то поменять, надо еще заранее подготовиться, потому что этот тренинг, он настолько сильный, настолько мощный. 10 дней, но это столько много всего, неподготовленному человеку здесь делать нечего. То есть, если вы прямо сейчас слышите, что «Матрица 2», да, Бали, психологический тренинг, там вселенная, звезды и так далее, отзывается в вашей душе. Вы просто обязаны быть на этом тренинге, на тренинге «Матрица 2». Он вам откроет те вершины, те горизонты, о которых, быть может, вы даже не догадывались. Для тех, кто решился сначала открыть глаза, а потом для тех, кто решился этим управлять. Процессы были сложные, но они стоили того. Твоя дорога домой. Круто, весело, необычно, взрывающий мозг. Чувствуйте только себя. Я не буду раскрывать всех секретов. Я думаю, все должны сами это узнать, приехать, почувствовать. Каждый достоин жить.